Всем привет, тут снова Волк Одиночка и Лекс. Сегодня мы играем. Привет. Ну, в общем, я беру себе старый собор теперь. Хорошо, я пока пойду туда в Айра. Вдруг там что-нибудь интересное будет. Давай. Мне, правда, бежать? Может, велик найду в одном месте? Димы сейчас с нами нету, шрама, то есть, если вы не поняли. У него что-то с интернетом там траблы. Да? Я думал, да. Может, на работу пошел. Разве? Ну фиг его знает. Я не знаю, я ж не с утра, я был сегодня утром на вождении. Ну он просто мне, ну, не-не-не, он мне это вчера говорил, то, что сегодня, возможно, будет. Но он точно не сказал. Ох, мне бежать, конечно, дофига. Блин, я убил кабана, думал, будет топор хотя бы. Нарубить, поесть. Нет, топора. Шу хоть чуть-чуть съедит. Ну, тут прикольно сейчас карты, но спички дают сразу. Ну. Вечно у меня с собой проблемы со спичками. Блин, когда они нужны, их вообще фиг найдешь, блин. А когда они нужны, блин, когда они нужны, их, блин, на каждом шагу. Ну. Хорошо, хоть компас дает. Да. Машину бы какую-нибудь найти. Да, на север пойдем, найдем. Там их часто прячут. Вертолеты, походу, убрали с серого. Фигово. Вот мы вчера играли, вертушка была на руке, сейчас захожу, нету. Ну, либо забрали, либо их убрали все. Ну, написано, что два КВ писали, вот только что два КамАЗа добавили. Вот это мне интереснее. Да. А то, блин, с одним Уралом все за него дерутся. Кстати, где Урал? Тоже стырили? Ни Урала, ничего нет. Да, Бизон все-таки крутая вещь. Блин, там, подожди, что за... А, мне показалось. Инкор зашел он. Так. Кстати, ты поставь себе это, на всякий случай скайп, чтобы там, ну, и написали тебе там, не беспокоить. А, мне все равно почти никто не пишет. Никому и не нужен, да? Да нет, точнее не так, просто этот скайп, ну, для игр чисто, а отдельно есть для работы. Понятно. И прочих извращенцев, которые хотят что-то написать нехорошее. Блин, я зашел на сервак, думал тут это. Тут вечер, а тут оказывается наоборот утро. Разве? Ну да, утро, действительно. Утро. Я ж сразу посмотрел, солнце на востоке. Да, да. Теперь будет наоборот, завтра днем будет ночь. А ночью будет день. Почему? А завтра утром будет ночь? Завтра утром будет ночь. Ну и днем. Так. Так, ну пока что бегу, ничего интересного. Сколько там народу на сервере? О, ну ты подбавился, я зашел вообще один. Спокойно так электро блутал. Один-одинешенек. Ой, беги, беги. Так, ну я уже к старому подбегаю. Там никого нет, я вижу. О. Дин. У него КамАЗ есть? У кого? О, Ромзаса. Ромзас?
А, да. Ну блин, я же тогда про него говорил, то что он мобхак вроде как. Вот. Ну не Рамзас, а как его там, Радзам. Ну, понятно. Радзас. Вот я про него говорил, типа он вот. Он же Картава. У него же голос Картава. Там? Не знаю, но у меня твой голос в плохом качестве. Такой робовойс такой. Да, Син, походу, реально лавхак. Только спроси у него, где этот вертолет стоит, если он тут есть. Ну тот АТВ я видел, там электро, возле электро стоит, я видел, когда бежал. Там так стоит, что его не заметить трудно. Mm-hmm. Так, старый. Электро сейчас делать нечего, там пол здания разрушено. Ух ты, у него там С-50. Мне бы сейчас сто красавец. А где Димерку? Пойду в палатке сбегаю, хоть может что найду. Ты что, еще все в этом, что ли, в Старом Соборе? Да. Мне жрачка нужна, топор нужен. Ну я уже вот старое пробежал. Там друзьяшки бегут. Тут надо костер разжечь. Съесть мясо. 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 Так, осталось 8 патронов и одна обойма. Это к чему у тебя так? Это к бизону. И его можно выкидывать. Ну да. В труп закинуть и выкопать. Зачем можно так выкинуть? В лесу где-нибудь, да? Новичок какой-нибудь бежит, так смотрит. Опа, что это такое? Бизон. Ага, без патронов, без всего, смысла у него. А вдруг найдет патроны к нему случайно? Где можно найти патроны? Это у вертолета, в казармах таких. И вроде пожарки как-то. А по-моему, только у вертолета их можно. Ой, вертолет. По-моему, я в казармах точно, по-моему, находил. Я нет, не видел. Остальное. Вот я знаю, что СВД, вот да, патроны только у винтолетов. Проблема, где найти саму СВД. Да. Винтовка-то классная, а вот найти ее. Не знаю, мне не нравится. Ну там дальность стрельбы не выставляешь, просто прицел там чуть выше, чуть ниже. Не, это я знаю. Вот. Там же метки стоят. Най-най-най-най. Пойти что ли в чупа-чупсе бегать? Раньше чупа-чупс это старый собор. Сейчас. Ой, чупик. Чупик. Уже все наизусть знаю просто. Чупик. Как куда дойти, даже через леса. Ну фиг его знает, если меня убрали. Так, АКС Кобра. А мне АКМ. Да ну, громкие пушки. Фига они там уже и в Вене на первом месте у нас. Одну уже машину разбил. Вообще молодец. Ты на шестом. О, я нашел крутую вещь. Какую? Армейский фонарик. Очень. Очень крутая вещь. Кого-то там уже приступы. Да я это пикнул. Так, ну в принципе я. В Старом Соборе буду через 10, наверное. Угу. Это тогда подожду тут, пока облажусь. Облажь там все. Может там это, если надо FM, можешь заглянуть возле Гугла, там справа по дороге вертолет валяется. Там он виден далеко. А сколько к нему обоим? А я не помню, да там 2 FM фала к одному, вроде 4 обоймы. Ну посмотрим.
Там же по 20 патронов они, да? Ага. Посмотрим сейчас. Станак. Не знаю, я М-ку на АКМ не буду менять. Ой, то есть АКМ на М-ку не буду менять. АКМ получше. Не, если бы мне Кок попался, я бы поменял. С оптическим прицелом он неплохой такой. Так, что ты? О, но этого УВИ не всегда АК посылал. Это я знаю. Админ же. No. Все самое лучшее должно быть. Зато у него хорошо. Или когда... то, что круто выглядит. Когда его убьешь или найдешь его труп. Очень хорошо тебе становится мега. А если ты его убьешь, он тебя банить начинает. Ну блин, ну что это за админ такой, я не понимаю. Его убивает, он банит. Ну, камуфляжный УАЗик стоит у палаток. Да ладно. Чё, да? Народ, прикиньте, чё не уперли? Странно даже. Реминг там. Что к нему надо там? По-моему, все колеса. А все остальные не надо, да? Не знаю, сейчас посмотрю. По-моему, он полностью разбит. У него даже стекол нет. Туда все колеса. Все понятно, что. Да, у него кроме бензина ничего нету. Понятно. А что, его заправили, что ли? По-моему, его кто-то заправлял. Зайди в Новый Собор, ты там не заходил на этот колхоз или что-то. Сейчас. Ну, я сейчас до Google только добегаю. А, где зомби достали уже, как за мной. Да не... 9000 хп. Умирайте вы, враги народа. Так, одна обойма осталась. Так, уходим. Так, может, чё... Так, у Чупика точно должны быть какие-нибудь машины. А у меня знаешь, что сейчас это за рюкзак? Ну... Сейчас этот бэкпак. Пень за бак. Так, сейчас тут вышка болтай еще. Так, ничего. Пень за бак. Места нет. Надо мясо съесть. Потом поставим. Надеюсь, тут никого не будет. По-моему, там ничего нет. Еда, еда, вот еда. Сволочь, как специально на меня савитался прям. Говнюк. Я бы сказал, ты сейчас споешь так или скажешь, еда, еда в иллюминаторе. Ага. Так. Тем более проблема. Зомби. Подумай, зомби. Хорошо хоть. Ты к тому меме, что ты мне скидывал, да? Там кто-то заснайперит, там кто-то подкараулит. И нафига нам зомби? Да-да-да. Кто со снайпера это сняли? Там на углу подкараулили. Нафига нам зомби? Не знаю, мне бы сейчас ночь. У меня есть фаер. У тебя фаер это все. Все, что тебе надо. Так, ну... Тут машин больше нету. Остался только УАЗик один. Ну потом на север пойдем поищем машины. Все поворовали, гады. Но... Не, лучше КамАЗ. КамАЗ. Да по-любому кто-то один все Уралы стащил. Ну, одна какая-то группа. Типа он сенатора там с этим с биноклем. Или кто там у них был. Один сейчас на КамАЗе, да. Ну да. Да уйди ты от меня, противник. Зомби. Лыжники. Кто у нас тут? Да. В старом соборе никого, кроме... Меня, да? И друзей моих. Которые тут толпами просто бродят. Ничего, скоро выберемся на первые места. Да. Винни убьем. Либо много-много зомби. О, я на пятом месте уже.
А я вообще не знаю, на каком. А ты еще, наверное, никого не убил. Да нет. Я убивал бы. Я сейчас бегу тут одно место, гляну, там велосипед должен стоять вроде как. Ты быстрее бы. Отдельной игрой ее выпустили. Может, хоть четверо станет меньше. Возможно. Да, в принципе, нет такого античита, чтобы прям реально читеров не было. Понимаешь, блядь, такой чит... Это уже смешно, что есть чит убить всех на сервере. Тыра в коде такая, что... Причем он чуть ли не у каждого есть. Спокойно его скачать можно. Только смысл. Так, а когда читака убивает, он разозлится, так берет маскил, делает. О, часы, часы, часы. Тебе что, вообще ничего не было? Не было. Все, кроме часов. Да, по-моему, уже все. Не понял. Это сейчас утро? Или вечер? Утро, утро. По-моему, собственно, в Востоке, да? Утро, 6 часов утра. Так. Если бы это был вечер... Это что сейчас за звук такой странный у меня был? Не знаю, может. Может, по тебе выстрелили. Нет, как будто так это, знаешь, возле воды. А, еще рядом лодка лежит туда, как будто вода. Я тебе говорю, у этой лодки ходила, лодка лежит в поле, и вода вот тут не. Понятно. Я думаю, трендит как странно. Да блять, читерам. Ну, так. Говорили, типа, вычисляют, почти вычислили. Банка по-другому. О, поскольку еды надо все съесть. А я тут к амбару побегаю, тут велик должен быть. В новом соборе? Не, ну до нового собора, знаешь, где домик вот этот? Ну. Стоит на дороге, вот здесь велик. Да, вон он. Отлично. Или подожди, тьфу, блин, это не велик. Трава как велик так выглядит. Вообще, блин. Чё, тут велик сперли, что ли? Либо его там вообще не было. Ну вообще у нас здесь респы. Как бы. Ну значит сперли. Либо сменили это места респы. Так, а я куда-нибудь в лес отбегу. Съесть. Хотя поджарить мясо. Да блин. Чего они так быстро бегают? Обещали же исправить им анимацию. Да, она опять возвратилась после последнего патча. Не, ну бег сам остался, вот именно нормальный бег. А вот остальные все. Когда они бьют. Ну. Тут попробуй в голову. Попади, когда они бегают. Клоняйся оттуда. Так, бинт. Наверное, изменили это бесторезку транспорта. По моему. Надо будет спросить. Так, где тут лес есть? Вон там где-то лес. Пойду в лес хожу. У тебя никакого шума там нет? Не, я вообще один дома, никого нет. Ну нет, ну просто это, у меня тут старый такой этот, как кинематограф работает. Ну, аппарат, который ленточную эту пленку воспроизводит, он так дребезжит. Вообще. Всех зомби сагрит сейчас. Ты там скоро до старого добежишь? А? Да я вот уже новое вижу. Новый собор. Сейчас быстренько заблутаю. Угу.
Блин, я в лесу, что нельзя дров нарубить-то? Так, какой... нету. Это какой-то неправильный лес. КамАЗ, КамАЗ. Хочу КамАЗ. Это какой-то неправильный лес. Так, там он должны вертолеты резаться. Но их нет. Блин, лучше бы была ночь. Ну и ПНВ. Ты у меня что-то пропал? Я? А, нет, не пропал. А, да нет, я нормально говорю. Может, я просто не услышал? Сейчас попробую сделаю. Может быть. Ну вот, теперь нормально вроде слышно. Министерство обороны Республики Беларусь. Или как ты меня в этом роге, да? Тут бандит какой-то. Хэдшот такой. Эй, патроны кончились. Не, я реально что-то тупанул. Или не услышал просто то, что ты сказал. Да ё-моё. Кто там? Бинты. Я трупы прячу просто. Проверяю их. Вот еще не появился даже, прикинь. Не знаю, я особо не прячу. Не, вроде сервак работает хорошо. Ну и бывает еще, когда кто-то есть рядом. Ну, что не понял. Там не вышло. В общем, если 4 колеса найдет, то можно, в принципе, уазик собрать. Там легче того. Больше можно, но надо еще где-то найти. Они ж когда нужны, они ж редкость. Неимоверная. Вообще как-то странно, что так мало колес. Должен забежал в какой-нибудь гараж, и там сразу 4 колеса. Не понял, что? Должно быть, забежал в гараж какой-нибудь, а там сразу 4 колеса лежит. За колеса и УАЗик. Я уже подбегаю к самому собору, считай.
Я тут рядом в лесу сижу. А? Я тут в лесу сижу. Ну, где у нас обычно палатка стояла? Нет, с обратной стороны. А, понятно. Ну, то есть... Через дорогу, да? Да-да-да, ну мы как-то там убегали, помню. Ну, я сейчас в палатке сбегаю там. И в магазин. Может, я леспак найду. По-моему, там не было, или было. Вдруг я появился просто. Ну, за мной вот снова собор уже бегут. Руганы. Ой, ё-моё. Друзья, блин. Друзьяшки твои вот. Плюс, конечно, эрмодов-то. Да блин, но он бы еще убрал этот. РПГ 7. Это себе, давай стрельни. Тогда этот бинокль одному орал. Тот стрельнул, вылетел. Потом заходит через час где-то, наверное. Пишет. Чё такое, блядь? Пошёл, что ли? Мне, короче, надо уходить. А, блин. Ну ладно, потом давай, я тогда один записываюсь. Давай, пока. Попрощайся всем, кстати. Ага, всем. Ну, всем пока. Сейчас я ещё не ухожу. Ну, через минуту. Три уйду. Да, я остаюсь в старом. Ну я тогда потом в аэро пойду. Угу. Что мне еще делать? Пойду поработаю. Трох. Угу, все, давай. Он ушел. Теперь я один остался. Ну, будем лутать. Старый собор. Надеюсь, он не показался занудным, как я бегал так долго. Ну, в принципе, и без машины всегда так бегаю. Так, надо рожка, надо один забрать. Тут что у нас? Тут еще один магазин АКМ, что мне не надо. Я выпью воды, так как у них значит есть. Здесь ничего. Тут ничего нужного. Здесь тоже. Так, что тут GPS? На магазин 16. Ох, блин. Нет, кашель надоел. Тут дымовушка. Возьму на всякий случай. Значит, сделаем так. Нет, съед полно. Я поем воды, возьму дымовую одну. Для зомби приглядятся. Что тут? Тут еще 17 магазин. Хитпак. Так, тут ничего нужно. Да, вот он УАЗик. Магазин КМ. Возьму 9СД. М10-14. Думаю. Мне этим доело. Теперь сбегаю в магазин. Бегу-ка я в дом. Что тут у нас есть?
буду пса. Мне бы сейчас элиспак. Карта есть. Так. Я сейчас приду. Тут. Так. Теперь направляюсь в аэропорт. Ага, с паром. Да, уже нету, считай. Интересно, он кентрит или просто подходит к нему? Вдруг я его сейчас найду еще случайно. Ой-ой. Придется стрелять. Ну, мы сейчас какую-нибудь дживность твою ссылать. Где-то с 9000 мы готовы. Не особо охота. Сейчас что-то такое было рядом.
Так, что еще можно сюда? Окей. Дальше. Народу. Сейчас мне очень много. Серии я болтаю всего лишь аэро, ну, так как никого из моих напарников нету, наверное, закончу там серию, потому что одному играть как-то неинтересно. Вот было бы еще больше народу на сервере, тогда бы интереснее было играть. Возможно, кого-нибудь встретил. Что-то печально, я до сих пор много не нашел. Подходим к аэро. Даже недалеко совсем. Нам осталось метров 800, наверное, до забора. Возьму на всякий случай АПМ. Это мало ли. Я тоже понимаю, если бы я на лицензии так бегал, у меня бы уже давно. Ну что поделаешь, это не лицензия. Хотя игроков тут тоже, в принципе, немало. Обычно играет. 20 игроков это уже достаточно, чтобы кого-то встретить в каком-то поселении. Неважно какое это, но встретить можно уже. А в принципе, Аэро и Стар Собор занесли самые тысячи места, и вот, возможно, сейчас Аэро кого-то может встречу. А может и нет, что в принципе мне и хорошо. Но если я кого-то встречу с ПМВ, там, или GPS-ником, либо маскировочным костюмом, это, конечно, плюс будет. Ну, понятное дело, я его убью. Ну, посмотрим, что он будет делать. Если он меня увидит и не будет стрелять, то, конечно, я убью. Ух ты, кто это из контакт, двое тысяч. Где? Вот это аэро. Сейчас мы отсюда глянем.
что есть у одной диспетчерки и что у казарки. Зомби есть или нет? Ух ты, что это как-то убивает? Странно, не читерами? Надо бы спросить. КЗ у меня убивает, я только зашел, тут же, блядь, пулю словил. Тут же, блядь, со снайперки. Походу в аэро никого. Да, это отлично, блядь. Кажется, Где пузырь лежит, уже испугался. В последнее время, сколько не прихожу в аэро, никого нет. Потом ухожу и слышу, что там кто-то стреляет. Прям как вовремя. Ну, думаю, сейчас так же. Конечно, меня выдает мой чешский бэкпак. Такой огромный просто. Огромный, как Урал. Я, конечно, смеюсь, но... Я смешно. Где зомби? Что за умники такие? Перестрелять таких. Больше никто не мог такое сделать. Зомби. Ой-ой. Ох, что сломало. Руки оторвать тому бы у них, кто вот эту фигню там сделал с мешками. Я сколько видел, такие изделия всегда делают читеры. Потому что ящик ставит и давай себе мешки набирать. Надеюсь, это читер там. Еще дрон был убит. А, ну это тот, кто обычно в лагере сидит. Я его убивал уже.
на севере. Это было на... в 11 серии. Да, кто-то там бегает. Чё, дрон, читачок, да? Может, ходи за мной, а? Неужели в этой версии артефакт убрали? Так спокойно стал играть. Прям все не морально стало. Сейчас либо в пожарку, либо... Нет, туда нет, уже откладывается. Я говорю, читачок ты, да? Блин, я сейчас этим участки покупаю. Это вообще смех. Так, зомби далеко от меня, значит, я успею по лестнице залезть, думаю. Да, успел. А то через тот вход заходить, это вообще ужас. Да, блин, порой застрянешь и все. Чувствую, я сейчас серию попрощу.